В 2011 году в календаре памятных дат появился новый праздник – День ветеранов органов внутренних дел МВД России. Я гордо и верный, эту песню пою тем, кто бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляя за Россию. Сегодня в Славянской районной ветеранской организации состоит более 260 пенсионеров МВД. Профессиональный опыт этих людей помогает сегодняшним сотрудникам полиции решать задачи по обеспечению безопасности граждан, сохранять и приумножать традиции преемственности поколений. В городском доме культуры для ветеранов прошло торжественное мероприятие. С праздником собравшихся поздравил временно исполняющий обязанности начальника отдела МВД России по Славянскому району полковник полиции Сергей Титовский, который поблагодарил ветеранов службы за самоотверженный труд на благо народа, бесценный опыт, который они передают молодому поколению, а также пожелал крепкого здоровья и бодрости духа. В нынешнем юбилейном году 300-летия российской полиции и 100-летия создания уголовного розыска мы в 8-й раз отмечаем этот день как общий праздник ветеранов, действующих сотрудников кубанской полиции, военнослужащих и сотрудников Национальной гвардии. Праздник, установленный приказом МВД России номер 580, является заслуженным признанием огромного вклада ветеранам не только в прошлое нашего министерства, но и в настоящее и будущее. Краснодарская краевая организация ветеранов правоохранительных органов вместе с региональной организацией ветеранов войск правопорядка, ветеранов внутренних войск, Национальной гвардии России объединяет в своих рядах почти 14 тысяч пенсионеров и действующих сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Нацгвардии России со стажем 20 лет и более. Мы, нынешние сотрудники органов внутренних дел, как и наши коллеги и боевые товарищи Национальной гвардии России, гордимся, что кубанские ветераны, в том числе в числе самых авторитетных, боевых и работоспособных в российской организации ветеранов УВД и внутренних войск. За многолетнюю добросовестную службу в органах внутренних дел, активное участие в ветеранском движении, большой личный вклад в патриотическое воспитание сотрудников Славянской полиции, ветеранам были вручены заслуженные награды, почетные грамоты и памятные подарки. Завершилось мероприятие праздничным концертом и возложением цветов к мемориалу памяти сотрудников органов внутренних дел Славянского района. Анна Монастыренко, Сергей Тимовский, программа «События».